Здравствуйте! Заполните таблицу целыми числами, чтобы записать число 430 пятью разными способами. Эту четверку мы можем представить как 4 сотни, а 3 – это 3 десятка. 4 сотни и 3 десятка. Но мы можем и по-другому распределить разряды числа 430. Например, у нас может быть всего лишь 3 сотни. Мы забрали одну сотню у разряда сотен, и нам нужно перенести ее в разряд десятков. 100 – это 10 десятков. 10 десятков нам нужно прибавить к 3 десяткам, и мы получим 13 десятков. Обратите внимание, это 400 и 30, а это 300 и 130. В сумме это 430. Также мы можем представить 430 как 2 сотни плюс 230. 230 – это то же самое, что и 23 десятка. Также мы можем представить 430 как 1 сотню и 330. 33 десятка – это 330. И можно также представить это как 0 сотен и 43 десятка. 43 десятка – это 430. Проверяем? Да, мы все сделали верно. На этом все. До скорых встреч!